Поздравляем с Днем молодежи. Молодежь – это наша надежда, молодежь – это наше будущее. День молодежи отмечается в нашей стране с 1958 года. Последняя суббота июня, учебный год окончен, экзамены сданы, время хорошо отдохнуть и можно хорошо повеселиться. По статистике, молодежь в нашей стране, как и на всей планете, составляет четверть всего населения. Но в этот праздничный день можно хорошо провести всем, и юному поколению, и тому, кто молод душой, независимо от возраста. Нельзя, и нельзя того знать заранее. Не могли мы жить, как в изгнании, без внимания, понимания. Я и ты, оба мы, аномалия. Это знак судьбы, знак признания. Я и ты, оба мы, аномалия. Это знак судьбы, знак признания. Что с разбегу в лед, что вокруг зима, так приходит к нам это знание. Это снежный дом, ветер дует в нем, и любовь для нас словно мания. Я и ты, оба мы, аномалия. Это знак судьбы, знак признания. Я и ты, оба мы, аномалия. Это знак судьбы, знак признания. Значит, есть запал, значит, есть тепло в этом здании. И настанет срок, и придет успех. Пусть не будет дня расставания. И я, и ты, оба мы, аномалия. Это знак судьбы, знак признания. И я, и ты, оба мы, аномалия. Это знак судьбы, знак признания.